Всем привет! Начали мы собирать с сыном супергероев. Это уже вторая модель. Супергерои от фирмы Белла. Модель 10243. Это у нас гидра. Инструкция на коробке. Здесь все понятно. Какие есть модели. Там Капитан Америка, Человек-паук. Их очень много. И получается у нас подставка. И здесь как стенд для оружия. То есть здесь меч. Такая достаточно массивная подставка, похожа на капот. Наверное, скорее всего, в некоторых моделях это капот машины. Ценой около $1. Так мы сейчас покупаем. Так она и стоит. И в комплекте у нас две карточки ложи. Одна от самого героя, который комплект идет, и еще одна идет от другого. Задняя часть у нас у всех одинаковая, Человек-паук. Что удобно, карточки сыну нравятся, эти карточки. Вот у нас от другого конструктора тоже карточки, они по размеру одинаковые, можно копить, дети играют с ними. Качество материалов хорошее, претензий нету. Так что мы серию эту будем продолжать, пока нравится. Ну, по цене не так дорого, иногда можно покупать. Спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь. Пока-пока.